До встречи Нового года осталось 12 часов. И все прогрессивные россияне и россиянки с нетерпением ждут того момента, когда они сядут всей семьей за праздничный стол. А до этого времени мы решили выяснить у наших горожан, как они собираются встретить новый 1999 год. Год кролика, а может быть и кота. Вы все сделали или вот что-то еще осталось у вас сделать до Нового года? Ну, осталось салаты порезать, накрыть стол и подарить подарки детям. Ага, кстати, о подарках. А какой вы подарок ждете в этот Новый год? Ну, чтобы всем было хорошо людям. Наконец-то закончили все беды, неприятности у людей. Чтобы материально стало полегче. Потому что хочется, чтобы дети лучше жили. Как вы будете встречать этот Новый год? Как с семьей, дома, с родителями. А вот эта встреча Нового года, она будет отличаться от встречи 98-го года? Да нет, наверное. То есть у вас есть какая-то традиция, да? Да, обычно мы все дома. А скажите, вы уже приготовили все к встрече Нового года? Ну, почти все. Так-то все. Дети, вроде все прекрасно. Скажите, а какой подарок ждете в эту новогоднюю ночь? Новогоднюю ночь? Даже не могу сказать, какой может быть подарок. Сам Новый год – это уже подарок? Да, естественно, подарок Новый год. Скажите, вот как-то в эту новогоднюю ночь, как-то по традиции все загадывают желания на будущий год. У вас есть какое-то желание? Главное, чтобы все было хорошо и войны не было. Остальное все будет. Про подарок особенный. Особенный подарок мне семья подарила. Автомат-машину стиральную, очень хорошую. А желание, чтобы мир был в доме, чтобы мир был везде, чтобы прекратились все войны на земле, чтобы все были здоровы и счастливы.